Ну а всем привет, ребята, с вами Альберт. И я, короче, хочу снять такой баг в Brawl Stars. Вы сейчас, наверное, заметили, да? Какой у меня Brawl Stars. И вот, даже профиль. Все мое, все верно. Вот, например, кубки сейчас вам покажу. Вот как красиво, просто офигеть. До конца сезона, там, понятно. Да. Давайте даже списки лидеров покажу, чтобы вы поверили точно. Вот глобальный, всего трофеев. Вот этот чувак, у него 26205 на данный момент у меня. В топе. Ну вот, как вы можете, знаете, наверное, ММА Раша, может быть, вы знаете его. Короче, как-то так. Вот клубы даже, вот давайте посмотрим. Russian Elite, это клуб ММА. ММА Раша. Вот он, президент. Дальше. Клуб Лайна, клуб Холдика, клуб Аурума, клуб Жампанова. То есть, как бы вы понимаете. Так, тут даже клуб Бази есть. Вот он, клуб Бази. Он на первом месте у своих этих сокладовцев. Короче, вот такой вот баг у меня произошел. Ну, я знаю, он у меня, кстати, уже не первый раз, если вы могли заметить, он не первый раз у меня уже. Прикольная, кстати, музычка. Короче, уже хватит списки лидеров рассматривать. Давайте даже, кстати, в магаз зайдем. Что ли? Это видео чисто, что я тут обнаружил такой баг. Это правда прикольный баг. Так, давайте. Тикеты заберем. Вот это да, тикеты забираем. Да. Тут вот скины. Тут, короче. Робомайк тут, кстати, есть. Короче, очень прикольно. Вот мои бойцы. Так, как я ставлю больше всего трофеев. Кстати, да, я забыл вам показать, что у меня есть скин пещерный Фрэнк. Я его купил по скидке за 39 гемасов. Правда, он клевый. Но я не буду сейчас в этом режиме играть. Но мы сейчас, наверное, сыграем после этого видоса. Но пока всем спасибо за внимание и всем пока.